Мы сейчас находимся в центре культурном ЗИЛ. Это место, где у нас проходит уже 8-я дизайн-конференция. На этой дизайн-конференции у нас большое количество людей, наверное, самое большое за все мероприятие. Это 600 дизайнеров, из них где-то треть – это начинающие, и остальные – это опытные и владельцы студий. Также у нас очень много партнеров на первом и втором этаже, которые решили показать свою продукцию, наладить отношения с дизайнерами и сделать это именно в наглядном формате, показав продукцию буквально лицом. И у них есть различные активности на стендах. Дизайнеры подходят, обмениваются визитками, опытами. Это очень важно, потрогать руками продукцию, а не только смотреть в интернете. Есть тенденция в сторону дизайна, и сейчас Legrand обращает помимо функционала внимание на формы, да, на внешние составляющие. Здесь мы охватываем все, опять же, все представления о современном дизайне, от минимализма до модерна. Поэтому Legrand сегодня на рынке номер один. Мы лидеры по автоматизации на рынке солнцезащиты, интерьерной, экстерьерной. Собственно говоря, мы приносим комфорт, удобство, инновации в современные дома. Плюс к этому, в общем-то, на базе всей нашей продукции можно выстроить простой, понятный, доступный, умный дом. Чтобы у вас появилась возможность управлять всеми изделиями со смартфоном. Наша компания занимается производством и продажей мягкой мебели премиум-класса. Мебель – это как человек. Ее как оденешь, так она и будет выглядеть. Одень человека в спортивный костюм, он будет абсолютным спортсменом. Одень его в какую-нибудь классическую одежду, и он будет совершенно по-другому выглядеть. Диваны точно так же. В зависимости от обивки, даже самый прямолинейный диван может выглядеть абсолютно классическим. Очень часто дизайнеры долго тратят время на то, чтобы там подбирают краску, чтобы выкрасить стены там в определенный цвет. И потом включают светодиодное освещение. Если светодиодное освещение низкого качества, со слабым индексом цветопередачи, то нежно-фисташковый цвет превращается в грязно-серый. Да? И как бы люди начинают грешить на краску, а это не краска, это плохое качество освещения, плохая светодиодная лента применяется. С нами такого не бывает. Если вы приобретаете наш продукт, то вот цвета, какие они есть, они такие и будут. У нас, по сути, первая и единственная конференция такого масштаба, такого формата. Нашей целью является сбор именно профессионалов. Наша концепция заключается в том, чтобы люди каждый год делились своими наработками. И это не просто люди, а действительно сильные профессионалы, которые добиваются результата. И самое главное, что даже начинающие, в прошлом, может быть, даже студенты, которые были на предыдущих конференциях, уже на этой развили свои студии по нашим советам, по нашим рекомендациям, по рекомендациям других спикеров, и уже сейчас на этой сцене делятся своими знаниями. Получается так, что они организовывают команды, может быть, даже друг с другом партнерятся, организовывают собственные студии, бизнесы, концепции. И вот у многих уже работает там по 20 человек, хотя вчера они еще сидели только в этом зале и только-только начинали свои движения в дизайне интерьеров. Это, мне кажется, очень здорово, потому что именно это движет индустрию вперед, и именно это является таким вот важным фактором успеха, участия в мероприятиях и внедрения того, что мы услышали. Наша компания занимается поставкой светодиодных лент, профильных систем и интерьерного освещения. Помимо комплексной поставки светодиодного оборудования, наша компания также проводит обучение и вебинары для дизайнеров и наших партнеров. На этой конференции мы презентуем наш товар. Мы рады новым знакомствам. Мы хотим привлечь новых дизайнеров, новых архитекторов к сотрудничеству с нами. А также у нас будет небольшое выступление, где мы расскажем вам о базовых основах светодизайна в освещении частных интерьеров. Наша школа занимается дистанционным обучением. Мы приближены
практики. Так как мы не только школа, но и студия дизайна, мы передаем весь накопленный опыт в своих тренингах. Дизайн-конференция – место, где можно получить заряд энергии на целый год. Вы погружаетесь в дизайн-сферу, вы общаетесь с коллегами-дизайнерами, получаете заряд энергии, вам хочется творить и делать после этой конференции что-то новое. Я бы хотела пригласить всех на следующую дизайн-конференцию, так как мы не останавливаемся на достигнутом. Каждый год мы проводим это масштабное мероприятие. Ждем вас в гости на конференции 2019.